Всем привет! Всем привет! Сегодня мы отправляемся на почту. Прислала Дедушке Морозу письмо. Письмо написали девчонки, еще такие лохматые. Мама сегодня занимается уже с утра готовкой, уборкой, стиркой, поэтому они сами себе прически делают. Письма тут написали, и сейчас с папой пойдут с Марианкой прогуляться. Сверху наклейки, а сзади покажите, как вы чем заклеили-то. Вот, у нас сани повезут. Нас они повезут на санях Деду Морозу письмо. Котик украшает елочку, а потом она повезет письмо. А здесь Дедушка Мороз, да, везет вот на санях. Ну классно. Письмо. Все, давайте сейчас Марьяну одену и пойдете с папой понесете. В ящик будете бросать на почте письмо, да? Да. А он правда посмотрит письмо? Конечно, посмотрит. Он живет в городе Великий Устюг, ждет ваших писем. Давайте повезу я. Спит там. Все, сейчас входим, прогуляемся. Потом придем в огороде, выпустим Немирку, чтобы побегала, да? Да. Ну. С собой не стали брать, потому что на коляску везти, еще Немиру держать, короче, дофига делов. Ну что, собаки всякие нападают? Дикие, блин. Наверное. Вот. Короче, у нас собака, и ее саму защищать надо. Да, от собак. Скоро проснется, если я не загадка. Да, не проснется. В коляске она спит нормально. Так, вот мы прибыли на почту. А вот верхняя крышка. Да. Давай, опускай письма. О. Давай следующий. Все. Проверь, снизу не выпали? Все на месте? Все нормально? Ну все. Все, пошлите. Вот такая у нас почта. Задрыпанная, короче. В нашем сельпо. Все, мы пришли домой, выпустили Немиру. Она вон нарезает круги у нас. Что-то ветер какой-то тут дует. Короче, выпустили Немиру, она нарезает круги, он носится. Девки гуляют. Девки с ней на поводке не гуляют, потому что они не могут ее удержать. Гуляю только я. Она очень сильно тянет. Марьяшка у нас пока спит, пока мы ходили. Не знаю, сейчас буду дальше делать дела. У себя там прибираюсь во дворе. Посмотрим. Вон что носится, вон что носится. Мира, Мира, иди ко мне. Мира, ко мне. Ай, вперед, 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 давай. Чего? Короче, пока Марьяна спит, я тут, когда гуляю с ней, каждый день по чуть-чуть облагоустраиваю себе уголок тут такой. Вон тут у меня музончик, полочки приварил такие. Сделал стеллажик сверху, чтобы всякую ненужную ерунду туда класть. Тут у меня шкафчик с инструментом. Вот. А не видно, темно, наверное. Короче, вот так вот я приварил уголок, ставил упоры, прикрутил фанеру. Хочу еще сюда верстачок сделать, потом его в новый дом увезу. Короче, делаю вот выключатель, розеточки ставлю. Это у меня от гладильной доски фанера, чтобы не пропадало все в дело. Все, вот делаем рабочее место. Бардак, надо прибираться, короче. Все, времени нету. Вот, пока Марьяшка дает заниматься, я занимаюсь. Агу.
А сестры болтают, а? Сестренки болтают, а гу-гу-гу-гу-гу. Болтушки такие, милашки мои. Кто здесь болтает, так? Кто такой болтучий? Кто такой разговорчивый, а? Марьяша тут такая разговорчивая, а? Марьяночка. Маря. Как мы ее называем? Марьяша, Маря, Марька. Марика, да, я еще мама зовет иногда. Маня. Бусинка мы ее еще называем, да? Буся наша, бусинка. А я ее называю Мария. Мария? Да. Манюня. Яна еще даже, Аня зовет ее. Яша, Марьяша, Яша. Вот, не Яна, а Яша. Яшка, да. Наша. Яша. Яшка. Яша, Марьяша. Яшка. 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 Ты Яша? Яша. Ой, какая смешная. Марьяша, Няша, Няша, Марьяша. Няша, Марьяша, да. Это я так придумала. Няша, Марьяша. Наша Няша, Марьяша, да? Это я так придумала. Гу, гу, приветушки. Приветушки. Кто пузыри такие надувает, а? Кто такие пузыри тут надувает? Такие пузыри, пузыри. Гу-гу. Гу-гушеньки. Гу. Так они вечерами. Утром Аня придет к нам в кровать, да? Ложится рядышком и начинает. Сначала с папой рядышком, потом Марьяна просыпается. И они-то с ней начинают беседовать. А маме с папой 10 минут дают еще полежать, да, проснуться. Потому что я ее люблю. Вот так она любит сестреночку свою. Да? Да? Яша, Марьяша. Гугуша. Гугуша. Тетя. Тетя. Тетя лежит такой пузырёстый. Ох. Ох. Скажи, ох. Ох, жизнь моя жестянка. Ох. Ах. Гх. Гх. Чего это пузо такое? Чего оголилась-то, а? Чего за стриптиз тут устраивает? Здравствуйте, будьте здоровы. Что за стриптиз такой? Что за стриптиз мы устроили тут? А я ем яблоко. Сняла ползунки, он с себя стянула. Лежит тут. Матриона. Матриона. А я ем яблоко. А ты ешь яблоко, да. Вкусное яблоко. Да. Я бы сейчас как поела яблоко, там нельзя. Печеное не хочу, невкусно, а вот свежее, эх. Так мама соскучилась по свежим овощам, фруктам. Кроме бананов ничего нельзя, и то у меня изжога на эти бананы. Да, девчонки? Все вареное, пареное, вареное, пареное. Эх, вот моя жизнь-то, жестянка.